Бешем Ашем Наасе Венацлиях. Написано: «Вайхи бешалах парго эт харам вело нахам элухим дерех эрец пелиштим ки каругу, ки амар элухим пени нахем арам биротам милхама вешаву Мицраима». И было, когда отпустил Парко народ, то не повел их по Бог по пути через землю Плештим. Заходите, заходите, мы начали урок. «Ибо близок он, ибо сказал Бог, как бы не решил на иной народ, видя войну перед собой, и не возвратился бы они, не возвратились бы они в Мицраим». Что такое Бешалах? Шалах это... «И было» — это Бешалах? Нет, Бешалах — это отправлял. Шалах — это отправлял, а Бешалах — во время отпуск, когда отпускал. Да, да. Бешалах, ну, это не... Это тоже мудрецы обращают на это внимание. Почему написано Бешалах? Кто так говорит? Мы разве говорим так на иврите? Не говорим так на иврите, правильно? Почему Бешалах и так далее, и так далее. Смотрите, но недельная глава, с чего я хотел бы начать, недельная глава Бешалах всегда ассоциируется с одним Новым годом. С каким Новым годом? Деревьев. Новым годом деревьев. Хазагу Барух Арон. Молодец. Это Новый год деревьев. И сегодня немножко мы с вами проучим, Алахот Дубишвата, чтобы понимать, с чем мы сталкиваемся с вами. Но до этого, чем вам запомнился Бешалах, скажите мне? Тубишват? Да, Тубишват. Чем выделяется дома у вас Тубишват? Много фруктов. Да, умножаем брахот, правильно? Умножаем брахот, правильно. Потому что это Новый год деревьев. Новый год деревьев. Йом тетвав бешват вурош ашана лайланот. То есть ту бешват, ту, почему ту? Тетвав, да, ту, тетвав. В швате это Новый год деревьев. Из этого, из того, что это Новый год деревьев, вытекает много законов по поводу трумот, труму, отделять труму, по поводу орла, то есть, да нет, где твоя кипа? Орла, что такое орла? Это отделение первых плодов урожая. Известно, что первый год, то, что плоды пришли, человек насадил яблоко, да, первые плоды пришли, ну, это в Израиле, да, нельзя это кушать. Есть урожай второго года, есть урожай третьего года и так далее. И седьмого, по-моему. Седьмого надо дать земле отдохнуть. Ну, там есть свои законы, сегодня не будем в этом вдаваться, но тем не менее, откуда все это считается? Считается именно непосредственно с Нового года деревьев. С Нового года деревьев. Сколько нужно отделять, как считать год. Если, например, вот мы с вами говорили на прошлом уроке, сегодня про что? В основном говорили, в основном. Маасер, да? Много времени ушло на маасер. А откуда нужно считать маасер? С какого времени, по какое время? Начало месяца, наверное. Хорошо, лучше всего, что маасер, человек получил деньги, сразу отделил. Это лучше всего. Но так очень редко получается и так далее. Если только человек, который очень строг в этих законах, только он следит за этим, чтобы как только пришли деньги, сразу это самое. А так у человека есть месячный доход, месячный расход. Он считает по месяц к месяцу. А давайте скажем, что сегодняшний урок это Рефуа Шлема Хаим Ицхак бен Хаим ве Сара. Дай Бог ему долгих лет жизни безрат Хашем. И так, значит, а Аллаха говорит, что хорошо маасер отделять, считать, то есть хорошо считать от Рошашана до Рошашана, но какой период? Моше, ты почему так далеко ушел от меня, Моше? Ты почему так далеко ушел? Как дела? Кришна, хорошо. Так, от Рошашана. Ну когда Рошашана? Канун Рошашана. Вот, например, возвращайся, иди сюда. Я, хорошо. Но
Канун Рошана. То есть сегодня вечером, например, говорим, сегодня вечером наступает Рошашана, и сегодня утром в канун нужно сделать итог, нужно подвести итог. Так говорят мудрецы, что как минимум из года в год хотя бы должен человек подводить итог. Почему? Потому что в Рошашана Мейр решается, что решается в Рошашана? Совершенно верно, решается весь год человека, и поэтому так как Рошашана есть, тоже Новый год, правильно? Да? Поэтому нужно сделать такой рубеж своим заработком, что человек сказал, о, 10%, 20%, которые я отделяю, это для Творца, все, я отделил, я знаю, сколько я должен. И на это Рошашана благословится на парносу, Рошашана благословляется, правильно? О, также и ланот, также и деревья, также и плоды, что решается, сколько у человека придет, там его дерево даст плодов, или сколько человек там покушает плодов, наверное, ну сколько, в основном сколько дерево даст, сколько его огород там, сколько плодов принесет, сколько в принципе на эту землю придет плодов, урожая, решается в Ту-Бишват. Сколько яблок, сколько гранат, сколько пшеницы, все это решается в Ту-Бишват. Сколько придет в мире, решается в Ту-Бишват. Поэтому важно не сколько что ты покушаешь, важно то, как ты благословишь. Ту-Бишват — это Новый год деревьев, так ведь? Да, совершенно верно. Ту-Бишват — это Новый год деревьев. И все это зависит от кого? От Всевышнего. Это пошут, это понятно, что от Всевышнего. И от нас тоже. Как раз от нас, от того, как ты скажешь браху, как ты помолишься. Люди думают, что собрались, покушали и до свидания. А есть уровень выше. Пришли, собрались, благословили и до свидания. Только первую браху. Последнюю браху не нужно говорить. Нужно последнюю браху говорить. А люди, которые делают браху, должны знать, что у каждого фрукта есть своя мишна, есть свой зоар, который нужно прочитать, кто умеет, кто знает и так далее. Да, есть сгула определенная и так далее. Это не просто. Есть определенная книга, которая читается в этот день. В зависимости от этих мицвот, все это тоже определяется. Вы думаете, просто так? Просто купил, пошел на рынок, купил себе яблоки? Нет. Сколько яблок придет в этом мире? Решается в Ту-Бишват. И все это зависит от того, насколько евреи благодарят Творца за то, что приходят в мир эти плоды. Это проблема сейчас. Вы посмотрите, раньше человек брал какой-то плод, там, не знаю, груши, и насыщался этим. Очень вкусные были. А сейчас кто может сказать, что он до упаду любит, не знаю, там, апельсины. Ну, есть апельсины и апельсины. А, да? Матитьяо любит апельсины. Но они не прям, не имеют они прям такой вкус, чтобы мы по ним с ума сходили, правильно? А? Арбуз. А, еще индивидуально, да, согласен, не согласен. Арбуз, он еще, в принципе, не так, здесь, особенно в России, он не так, что прям каждый год, ну, в течение всего года можно купить. Да, он еще по сезонам появляется здесь. Но тем не менее, теперь дальше. Этот день праздничный, и поэтому виду и не говорят, не постятся в этот день. Несмотря на сейчас шоба, видим, люди иногда постятся, понедельник, четверг. Но в Ту-Бишват в этот понедельник не постятся, минха, виду и не говорят в воскресенье вечером, и весь день считается праздничным днем. Праздничным днем. Есть нуагим на асод лимуд, есть только, я уже сказал, что есть, делают специальную учебу, и у нас тоже здесь Безрат Ашем, в воскресенье вечером будет специальная учеба, будет фрукты, будет мезонот и так далее, будем учиться и благословлять на эти пирот. После минхи, после арбита, после арбита. Потому что когда наступает воскресенье вечером. Воскресенье вечером как раз это лель. Чем отличается лель и лайла, знаете? Лель, шаббат и шаббат, лайла. Лель — это праздник, а лайла — это ночь после. Ну нет, почему? Есть лель, шаббат, а есть шаббат, лайла.
Чем отличается лев и лев? А лев это эрев, что ли? Вечер? Вечер, да. Не, эрев это другое. Эрев, шаббат, это канун шаббата. Лель, шаббат, это когда наступил шаббат. Первая часть ночи. Шаббат лайла, это уже после хацот. После полуночи. Есть различия в этом плане. Ешну агим, да. Теперь, как мы делаем? Как мы делаем? Покупаем всякие фрукты, овощи и так далее, и так далее. Особенно важно покупать плоды дерева, плоды, которые особенно славятся земля Израиля. То есть что? Тамарим, финики, гранаты, инжир. Что еще? Это да, правильно, не, ты правильно говоришь, правильно. Мы говорим из плодов. Виноград и маслины. Да, это надо иметь за столом. Пшеница, что мезонот из пшеницы, мезонот из ячменя. Тоже. Корни. Есть кошерные корни. Любите корни? Да. А? Бананы. Да. Почему? Корни. Это из разных плодов, да. А, шоколадные корни. Что-что? Маслины и что? Оливки? Ну, тоже же маслины, оливки, оливки. А, нет разницы. Какие нет разницы? Ну, они должны быть кошерные, да? Кошерные. А что это? Что, а маслины это фрукты? Маслины это фрукты? Ну, конечно, а что это? Плоды дерева, да? Плоды дерева. Итак, да, и надо на это благословлять. Надо на это благословлять. Есть благословение до, есть благословение после. Мы с вами уже учили, правильно? Окей, это то, что я хотел вам сказать. Есть традиция, что кушают пшено, но это такая традиция только у евреев из Грузии. На самом деле нужно кормить птичек. Да, птичек нужно кормить пшено. Но особенно в шаббат непонятно, как это делать. Но эта традиция осталась, но это не для всех. Не для всех. Окей. Значит, а? Не все, ну, не знаю, в память о том, что вышли из Египта в Бешалах, осталась традиция кушать кашу из пшено. Есть такая традиция. Итак, давайте посмотрим мы с вами на пасук 20. 20. Посмотрите в Торе. О, нет, 21. Смотрите. 21 пасук. А Господь шел перед ними днем в облачном столпе, чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, чтобы они могли идти днем и ночью. Давайте на иврите тут прочитаем. Я олех лифнехем йомам баамуд анан. לנחותם הדרך ולילה ברמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. О чем речь? Знатоки, Раши, Акадоша. О чем мы здесь говорим? Сопровождал. Что сопровождал? Указать дорогу. Народ. Итак, что происходит у нас с вами? Что? Что? Чтобы у них не было затруднений. Может быть, чтобы они учили днем и ночью. Значит, что у нас с вами в принципе происходит? Да? Где мы стоим? Где мы стоим в изучении недельных глав? Мы с вами стоим в Бешалах. Это недельная глава, где рассказывается о чем? О раскрытии моря. Да? Когда море раскрылось перед еврейским народом. Но это не просто так происходило. Это происходило не просто так. Вышли и евреи из Египта. Как известно, в большой спешке. Да? Ночью фараон сказал, убегайте, уходите отсюда. Чтоб... Даже хлеб не успел подняться. Даже, как известно, хлеб не успел закваситься. Да, как говорят,
наши святые книги, и они убежали. Убежали, у них не было еды, да, и в этой недельной главе мы с вами еще учим о чем? Что ман стал падать для еврейского народа, правильно? Но это все непросто, это все непросто было для евреев. Скажу вам, что евреи, это фараон и египтяне опомнились, сказали: «Ой, мама мия! Что вы такого сделали? Евреев упустили, евреев? Евреев отпустить из нашей страны? Как мы такую глупость смогли совершить? Как такую глупость могли совершить?» Посмотрите по истории, друзья мои. Никто евреев просто так не отпускал. Все время хотели даже что? Вроде бы что сделать? Вроде бы их или поработить, или изменить их, то есть нашу веру. Но евреев хотели оставлять всегда рядом. Да? Рядом. Единственное, что даже этот Имах Шемов Зихро Гитлер, тот, кто хотел уничтожить евреев, он хотел уничтожить, но на самом деле до этого хотел хорошенько использовать, правильно? Mm-hmm. Хорошенько использовать, не просто уничтожить, а использовать. То есть мы видим, что народы мира, даже если заявляют, что хотят уничтожить, они знают, что надо сначала использовать евреев. Да, потому что Всевышний с нами, потому что все, что мы делаем, Всевышний помогает. Творец с нами, без него ничего не бывает. И даже если есть народ, который не знает про Творца, да, сейчас каждая страна так, народов мира, каждая страна так, кто сейчас учит, что хочет Творец? Раньше учили, раньше народы мира тоже знали. Раньше тоже были верующие, не евреи. И тем не менее, у них это на автоматическом уровне происходит. Что происходит? Они пришли к морю, и море должно раскрыться. Море должно раскрыться. Но как только одно дело, мы шли как? Пешком. Правильно, Оскар? Мы шли пешком. Со своими телегами, со своими детьми, со стариками. Огромный поход. Минимум сколько людей? 3 миллиона человек. Минимум 3 миллиона человек. 600 тысяч мужчин. Плюс жены, плюс дети. 600 тысяч мужчин от 20 до 60, правильно? Дети, старики, все вместе минимум 3 миллиона. Если кто говорит, что 10-15 миллионов, правильно? Теперь, они пришли, и что произошло? Египтяне опомнились, говорят: «О, побежали за ним, пошли». Они побежали, если мы таскали свои тележки, они пришли со своими тележками сами. То есть они встали на колесницы и так побежали за нами. То есть у них скорость была гораздо больше. И как только мы, Арон, Эдвин, как только мы стали у моря, и оно должно раскрыться, увидели евреи, пах, весь Египет за ними пришел. Весь Египет. Ни один египтянин в Египте не остался. Так, на всех колесниц хватило? Да. И колесниц, а что, у них мало было колесниц? Я думал, только армия может поехать. Нет, все. Абсолютно все египтяне. Более того, да, все. И дети, и женщины. Даже фараон? Нет, мужчины. Все мужчины побежали за... Среднего возраста. Ну, да. Так, 30, да? Итак, смотрите. Тут представьте себе, евреи видят все это, что египтяне пришли за ними. И некуда им идти, перед ними только море. Куда идти дальше? И тут что случилось? Нет, друзья мои, тут случилось, что обычно происходит у евреев. Чудо произошло. Что произошло? Сначала они помолились, по-моему, нет? Они не могли... Йон, что происходит у евреев обычно? Плачут.
Ссориться. Дай пять. Я хотел сказать. Ссориться? Савчик. Самая главная наша проблема. Это ссоры, раздоры. Махлокет. Это. Начали спорить. Враг пришел. У них враг пришел, они начали спорить. Так сейчас. То же самое в Израиле происходит. То же самое в общинах происходит. То же самое происходит в евреях. Первое, что должен человек искать. Даже дома, если что-то не в порядке. Даже дома, если что-то не в порядке, должен смотреть, не происходит ли ссоры, нету ли разлада между семье. Может быть, папа с мамой что-то спорит. Может быть, папа что-то сказал сыну, он не делает. Или наоборот, есть спор, есть разногласие. На разногласие не приходят брахи, нету брахи на разногласие. Это первое, что нужно исправить в общине, дома, везде, где есть что-то непорядок. Почему? Всевышний, в конце Амиды. Кто Амиду молится из вас? Что в конце Амиды мы говорим? Осе шалом бимрома. Хазарура. Красавцы. Какие у нас красавцы. Барух Ашем. Что, хотите спеть? Давно мы не пели с вами. Давайте. Осе шалом бимрома. Se shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru imru amen yase shalom shalom aleinu ve'al kol Yisrael yase shalom shalom aleinu Раньше мы с вами пели чаще, моя вина, да. Надо исправляться. Нужно исправляться. Конечно, мы пели. Итак, что? Все поссорились. Да, все поссорились. Они все поссорились. Рувен, колено Рувена, значит, четыре стана. Вышло 4 стана. Да? Ну что? Что они не могут, что ли? А сейчас такого нету? Конечно, есть. Вон, я буду голосовать за эту партию, я буду голосовать за эту партию. Да? И давай, бах-бух. На самом деле, что? Что нужно евреям? Ну, евреям нужно объединиться вокруг Творца и идти по пути Творца. Итак. Там как было, Реувен, Шимон и Исахар, что колено сказали так, мы умрем в море, давайте кинемся в море, потому что мы боимся египтян, возвращаться не хотим, воевать не хотим, ничего не хотим, мы давайте лучше, сейчас некуда идти, давайте кинемся в море и умрем, готовы умирать. Сказал им Моше Рабену, написано в истории, не бойтесь, подождите, и увидите спасение от Творца. Второй лагерь сказал, это Звулун, Биньямин и Нафтали, эти колена. Они сказали, вернемся в Египет. Матитьяу, вернемся в Египет, они сказали. 210 лет прошло, что они были там. Их порабощали. Угнетали, сыновей убивали, дочерей забирали. Все равно, говорит, вернемся в Египет. Что делать, да, говорит, там море, что делать? Так и эти сказали, что делать, давайте вернемся. Не умирать же, они сказали, ну не умирать же. Не так плохо было там, видимо. Не так плохо было? Ну, если они хотели возвращаться. Я попробую. Окей. Теперь дальше. Я вам отвечу. Сказал им Моше Рабену, не бойтесь. Давид. Сказал им Моше Рабену, не бойтесь. Этих египтян, тех египтян, которых вы видите,
вы больше не увидите. Это последний день. Вот сегодня вы их видите, больше не увидите. Так он им сказал. Больше. Третий лагерь сказал, Юда, это третий лагерь состоял из Юда, Дан и Йосеф. То есть, если я так понимаю, это Сифри, не Сифри, а Сефера Яшар. Мидраш Сефера Яшар рассказывает, я так понимаю, Йосефа здесь имеется в виду, может быть, я не знаю, может быть, Менаше и Эфраим, оба колена, они сказали, что Юда мог сказать, как вы считаете? Иуда сказал, мы пойдем навстречу египтянам и будем с ними воевать. Да. Давайте повоюем. Что сказал Моше Рабейну им? Стоп. Стойте, где стоите. Стойте на своих местах, а Творец будет воевать за вас. Творец будет воевать за вас. И последнее, четвертый лагерь, куда выделились евреи. Матитьяу, мы решили от телефонов отказаться хотя бы на 2 часа. Просто подожди. Леви, Гад и Ашер. Они сказали, давайте сдадимся. Давайте сдадимся египтянам. То есть четыре мнения. Первое. Что им сказал Моше Рабейну? Не бойтесь, помолитесь Творцу, как ты сказал, и спасет он вас. То есть четыре мнения. Первое это умереть. Не сдаваться, умереть. Второе мнение это что? Вернуться в Египет, не в рабство, вернуться в Египет. Третье это воевать с ними, а четвертое это сдаться. То есть вот это как раз сдаться, это есть, так понимаю, что рабство. Здесь, друзья мои, здесь мы с вами можем просто по аналогии посмотреть на любого еврея. Мы знаем, что Ецер ара Египет есть и сейчас тоже у каждого еврея. И сейчас тоже есть. Пример. Приходит враг и не знает человек, что с этим делать. Рони, друг мой, вот человек, который пришел на урок и больше половины, даже 60% не сидит на уроке, я не могу ему засчитать урок. И отметь, пожалуйста, это хорошо. Ну, никак не получается. Дальше, смотрите. Первое, что сказали евреи. Пришел враг. Видишь, они увидели, реально увидели столько народу, что они не могли просто не испугаться. Человек, который увидел врага, что ему говорит Моше Рабейну? Помолись. Нет. Моше им сказал... Пример. Что? Мне кажется, подари ему подарок или сначала, или что-то такое. Это поздно. Это ты говоришь, то, что мы учили на Эсава. Да? Яков шел встречаться с ним. 3 вещи он ему сказал. Он сделал 3 вещи. Что? Кто помнит? Какие вещи он сделал? Какую вещь он сделал? Он объяснил, подарил еще что-то. Он подготовил подарки. Да. Значит, подготовился к войне. Да, подготовился к войне, подарки, война и... Речь. Подарки, молитва и... война, да. Надо помолиться Творцу, надо подарить подарки, помолиться и подготовиться в конце концов к войне. Речи не перед ним, речи к Творцу. Итак, теперь смотрите, пример. Например, человек, который не соблюдает. Например, шаббат. Не соблюдает шаббат. И какие сейчас у нас есть враги? Какие враги у нас есть сейчас в наше время? Вот чтобы сравнить с египтянами. Ирак, Иран. Газа, сектор Газа. Хорошо, оставьте государство Израиль. Оставьте государство Израиль. Возьмите частную жизнь человека. Телефон, наверное, по какому-то месте. Или отдельный человек, или отдельный канал, или как дело, типа. Дело.
телефон, дело, что вы еще говорите? Кайф, да. Кайф, страсть, да? Да. Страсть. Ну, потому что... Враг? Страсть? Когда да. Она слишком много кайфуешь, допустим, что в следующий раз тебе появится еще больше. Это враг твой, да, жизни, например. Да. Человек, который ночью не спит и всю ночь играет в телефон. Что ему приходится делать потом? Спать. В школе. Весь день спать. Весь день спать? Скажите мне, это враг или не враг? Весь день, который вы могли бы провести с пользой, вы спите. Это враг. Теперь пришел враг. И что евреи? Еврей боится. Да? Еврей боится. Если мы с вами говорим, например, о шаббате. Вот наступил шаббат, да, и человек, который играет в телефон, у него страсть играть в телефоне какую-то игрушку, он никак не может это бросить, и это его враг. Мы определились, правильно? Теперь приходит шаббат. Что шаббат говорит? Убери это. А? Отдохни, отложи телефон, правильно? А что мы говорим? Слушай, я боюсь, что я проиграю. Я боюсь. А если я сейчас, если я в воскресенье открою телефон, и там кто-то меня обогнал, кто-то построил больше, не знаю, кто-то убил больше, не знаю, что там играете. А? Кто-то сделал больше кругов, не знаю, накрутил там. Во что вы играете? Пример скажите, я вам скажу еще больше пример. А? Майнкрафт? Майнкрафт? Это когда все квадратные. Это игра такая, да? Да. Когда все квадратное там. Типа выживание. И что вы делаете? Домики строите? Мы там чикаем. Домики строите. Это вы с кем-то играете? Там можно с кем-то. Мне кажется, в Майнкрафт уже никто не играет. Чего вы мне говорите игру, которую никто не играет? Так мне интересно. А, вот Йосиф уже не знает эти игры. Ты не знаешь Майнкрафт? Так вот, хорошо. Что вы говорите? О, я боюсь, меня кто-то опередит. Шаббат. Причем тут шаббат? Что говорит Моше Рабейну тем, кто боялся? Тем, кто боялся этого врага Египта, то не бойтесь, подождите и увидите спасение Творца. Немножко вам с телефонами будет не актуальный пример, но тем не менее я вам приведу потом актуальный пример. Но с телефонами, чтобы вы поняли, просто на вашем уровне абсолютно ничего не произойдет, друзья мои. Если отложить этот телефон, просто попробуйте и не играть. Да? Никто ничего не проиграет, реально. Это же понятно, что никто ничего не проиграет. Это говорит Моше Рабейну. Подождите. Что он сказал тем, кто боялся? Кто боялся? Вообще, в принципе, мы с вами обсуждали как-то, Боаз, Йонатан, Миша, вы помните, у нас была тема боязни. Из-за чего человек боится? Не из-за того, что... Не того, что он не проиграет, это страсть, это понятно, что страсть, это не та боязнь, которую человек обычно боится. И вы в вашем возрасте обычно редко приходится вам чего-то бояться, редко, да, правильно? Если только там не получить двойку там на этом самом, на экзамене или еще что-то, да, вот такие страхи у вас есть, да. А у людей страхи, у взрослых страхи гораздо серьезнее. Не заработать, ну перестаньте. Хватит. Не заработать денег, не быть способным прокормить семью, не выполнить свои обязательства. Эти страхи гораздо страшнее, эти страхи гораздо сильнее. И этот страх двигает людьми. Об этом страхе шла речь там, да? Они боялись за свою жизнь. И так человек, который боится, чтобы не заработать, да? Причем тут шаббат. Шаббат, обычно люди, да. Вот у меня вопрос, а почему нельзя на это посмотреть с другой стороны, с той стороны, допустим, в случае с Асавом? Вот, допустим, я боюсь, там, что я не заработаю.
Допустим, сначала подготовиться к войне, там отвергнуть. Мы говорим о другой ситуации. То есть мы говорим о ситуации, когда страх уже все пришел. Вот враг, он перед тобой. Ты не успеваешь. Не успел подготовиться. Там мы говорим, как нужно подготовиться к встрече с врагом. А тут мы говорим о ситуации, когда уже все, враг уже здесь. Враг против тебя. Шаббат уже наступает, и тебе нужно решить, дальше продолжать работать или не продолжать работать. Вот о чем идет речь. Говорит Моше Рабену тем, кто боится, не бойтесь, подождите и увидите спасение Творца. Люди почему боятся? Давид, почему люди боятся? Сто процентов. Моше, недостаточно веры в Творца. Поэтому боятся. А другой ответ, боятся, а те, кто знают, Давид, те, кто знают достаточно, есть знания, чтобы верить Творца, они боятся уже своих грехов. Что есть ошибка, о, может быть, вот Отец меня спросит, есть одно или другое. Страх из-за этого. Но спасение от этого, что сказал Моше Рабену? Не бойтесь, подождите. Подождите и увидите спасение Творца. Есть человек, который боится, что он никогда не женится, например, да. Боится. Смотрит вокруг, что происходит с молодыми людьми, что происходит с девушками, и боится, что он не женится. Говорит Моше Рабену, из-за этого не соблюдает. Мы об этом говорим. То есть, что Моше Рабену сказал им? Идите к морю. Они говорят, что? Давайте кинемся в море и умрем. Что говорит человек, который не соблюдает шаббат? Он говорит то же самое. Всевышний сказал, мои заповеди это, чтобы вы жили ими. Жить ими будете, этими заповедями. Этим соблюдением шаббата вы будете жить. В шаббат вы будете получать в пятницу ровно столько, чтобы на шаббат хватило. Это заработок, это шаббат. А человек что говорит? Я боюсь. Может я не работаю, может я не заработаю, может я не буду жить, может я... А тогда я лучше умру. По отношению к Творцу я лучше умру. Так он говорит. Говорит Моше Рабену, подожди, шаббат. Шаббат, подожди. Человек, который кушает некошерное. Ходите, Барух Ашем, на уроки. И знаете, что некошерное, я вам 100 раз говорил. Некошерная еда убивает еврея. Убивает, как еврея убивает. Закрывает сердце для Творца, для заповедей. Слышите, еврей для синагоги. Слышите, в синагогу пойти не хочется ничего. А человек, который учится, например, никакого удовольствия не получает. Почему удовольствие не получает? Потому что это тума, это грязь, некошерная грязь, она закрывает удовольствие от Торы. Когда Тора, заповеди, это самое большое удовольствие для еврея. Самое большое удовольствие. Но это закрывается. Почему? Потому что человек выбирает, что? А я боюсь. А если я сейчас не поем, я останусь голодным. Сколько раз было? Матитьяу, ты решил кушать кошерное. И оставался голодным из-за этого. Было? Скажи, было? Но вот боится этого человек? Боится. Есть боязнь? Есть. Мэри, что скажешь? Есть боязнь? Чего? Что остаться голодным? Есть боязнь. Из-за этого приходит человек и кушает некошерное. Может, я умру от того, что буду голодный? Не умрешь, сказал Моше Рабену. Не умрешь. Подожди. Кошерный, подожди немножко. Сколько? Сколько нужно, чтобы до дома добраться, кошерное поесть? 2 часа? Подожди чуть-чуть. Подожди, 10 часов. Все, ничего, подожди, домой окажешься, завтра не забудешь кошерное с собой взять. Подожди. Ничего страшного. Это первое. Второе. Это первый пример. Второе, что было, что вторые сказали. Второй лагерь, что сказал? Вернемся в Египет. О чем это идет речь? Человек решил соблюдать. Эдвин, человек решил соблюдать. Шаббат говорит, все. Я услышал здесь, на уроках, что вот шаббат это такая великая вещь. Особенно без телефонов. Великая вещь. Решил соблюдать. Решил отложить телефон. Да? И тут в воскресенье он приходит опять на урок. И говорят,
как вчера мы погуляли, ай-яй-яй-яй-яй, вчера мы так потусили в пятницу, ой, мы там были, тут было. А этот говорит другому, слушай, а что с тобой случилось, ты видел, как ты это делал, ой, ему хочется уже. И ай, почему я этот телефон отложил, с чего я решил тут собак соблюдать, вот я дурак, я же что... Ну что я, что собак соблюдаю, я только телефон отложил. В следующий раз он решил что? Он решил опять вернуться в свой Египет. Да, как евреи сказали, давай-ка вернемся в Египет. Он решил опять этот телефон взять в руки, понимаете? Или, например, бывает что, сколько времени? Есть еще время, да? 55. Да, 56. 56. Чего? 5,5. 9. А так быстро время прошло, что ли? Да. Да. Итак, значит, он говорит, или, например, он говорит, человек, который работает, или, например, решил соблюдать. Знаете, как это бывает? Всевышний знает, где ваша точка возврата. Я всегда говорю, ваше испытание в том месте, где вы решили отказаться от Творца. Это ваше испытание, да? Один мне сказал, мой друг, я, говорит, решил соблюдать кашрут, я вам говорил уже, но тем не менее еще раз повторю, я решил соблюдать кашрут. Я ему сказал, не говори, что ты 60 решил соблюдать кашрут. Знаешь, когда ты решил? Вот когда ты решишь отказаться от этого некошерной еды, вот там твое решение. Вот Всевышний знал, что они придут к морю, правильно? Знал, что они придут к морю, он им сказал, идите к морю. Вот когда придет твой враг, и ты стоишь... По ним, между лицом к лицу к своим врагам, вот тогда решается, ты решил соблюдать или не решил соблюдать. Сколько народу есть, и один тут ходил к нам два года, ребята, отрастил себе бороду, одел цицит, ходил каждый день, он первый приходил на молитву, молодой парень, дай Бог ему спасение без раташем. А? Что? Если бы я решил, что нужно сказать, кто это, и ты думаешь, я бы сказал, кто это? За это время много народу здесь прошло. Он 2 года соблюдал. 2 года он соблюдал. Теперь прячется от меня. Что он здесь живет на районе, прячется от меня. Стыдно ему. Но, что? Где было его испытание на самом деле? Все. Он все потерял, шаббат потерял, цицит потерял, всякое соблюдение, хотя он был ахи хазак. На салихот 5 утра, мы начинали салихот 5 утра, он в 5 утра здесь был на салихоте. Но наступает время, когда человеку то, что он решил соблюдать, он решает, знаете что? Что это ему кайф должен доставлять? Я вам скажу, ребята, соблюдение это не кайф. Это обязанность. Всевышний сказал, ты должен это сделать. Ты должен шаббат соблюдать, потому что ты еврей. Это не потому, что тебе круто в шаббат. Не потому, что ты классно кушаешь в шаббат. И если завтра не будешь кушать в шаббат классно, тогда ты должен соблюдать и ты должен работать. Нет, это твое испытание. Что Моше Рабейну сказал? Не бойтесь этих египтян. То, что вы сейчас видите, больше не увидите. Это испытание, то, что сейчас испытание, это только на сегодня. Больше не будет такого испытания. Если не боишься, Всевышний тебя спасет. Если назад не сдашь, какой Египет? Ты решил уйти в Египет? Вот это хотели евреи, уйти в Египет. Хотели обратно уйти. Нет. Не бойтесь, сказал Моше Рабейну. Ну, сейчас я всех 4 договорю быстренько и пойдем дальше, хорошо? Третье, что сказали? Пойдем воевать. Что, плохо? Плохое предложение, я не понимаю. Что евреи плохо сказали? Пойдемте воевать, будем воевать с египтянами. Давид, Мейр, плохое предложение. Конечно, плохое. Почему? У них оружие все есть, там мужики, а эти все слабые, даже с утра не поели. Правильно Илья говорит, а? Почему? У нас Всевышний. Чего должны бояться? А, правильно Ариэль говорит. Ариэль говорит, а чего нам бояться? Мы за Творца, так пойдемте воевать. В чем проблема? Пойдемте воевать не за Творца. А за кого еще? Страшно пошли воевать. Ну, от нечего делать.
Ты что он тебе отвечает? А? Правильно он тебе говорит? Из страха они пошли воевать. Да ведь что ты скажешь, да? Ты всегда готов воевать, да? Чем ты воюешь? Знаешь, кто сказал Моше Рабену? Стойте на месте, не нужна ваша, стойте на местах, где вы стоите. Стойте на местах. Иосиф, ты слышишь? Ашем будет воевать за вас. Всевышний будет воевать за вас. Знаете, что имеется в виду, что здесь имеется в виду? Эдвин. Есть человек, который говорит, я сейчас тефилин надеваю, у меня есть ецерара. Тефилин, но у меня есть ецерара. Все время я, значит, опаздываю с тефилином. Жду. Есть ецерара, что я днем его одену там. Или под конец. Пойду-ка я возьму себе еще какую-то заповедь возьму себе. Например, не кушать. Вообще не есть. А? Это заповедь? Не, это не заповедь. Ну, есть некоторые просто. Есть некоторые, которые это самые. Не знаю. Услышали, что есть праведники, которые перестали кушать. И подумают, давайте мы тоже перестанем кушать. Есть иногда у евреев приходят глупости в голову, понимаете? Да. Теперь, или, например, давайте другой пример. Хорошо. Вы видели, да, гартл. Человек одевает гартл, например. Это не заповедь. Не заповедь одевать гартл. Но есть это украшение заповеди, украшение молитвы, может быть, где-то что-то, да? И теперь решил человек, он еле-еле, значит, молится дома. Еле-еле молится дома, да? Тефилин нормально не одевает, но что он делает? Приходит и гартл одевает. Какой ты гартл одеваешь, ты даже молиться не умеешь. Юра, что такое? Или еще пример я вам приведу. Человек, который говорит, есть мицва в синагогу ходить, правильно? И приходит сюда, вместо того, чтобы приходит сюда в синагогу и начинает в игрушки играть. Это что, мицва? Это не мицва. Вместо того, чтобы там прийти, одеть тефилин, он в игрушки играет. Так я вам говорю, что Ецарара нам говорит такую вещь. Ецарара нам говорит, слушай, иди воюй со мной. Иди воюй. Как воевать? Еще какую-то мицву сделать, еще там сделать. А это нет. Вот это, который ты стоишь у моря, вот это не делай. Почему? А другое делай. Можно воевать по-разному. Можно воевать, когда тебе заставить себя сделать, а не именно другое. Правильно. Хазаку барух. И Моше Рабену это и сказал. Что он сказал? Вы пришли к морю, стойте на месте. Стой на месте. Не нужно воевать. Ецара ты не победишь. Ецара ты не победишь. Возьми за ту заповедь, которая у тебя есть, и делай ее. Делай, пока ты не будешь уверен, что ты с ней уже справился, и там нет ецара. А я вам скажу, что есть момент, когда человек показывает Творцу, что с этой заповедью у него уже все хорошо, и он эту заповедь любит, и он ее постоянно делает, что ецарара от этого уже отстанет. Есть момент, это мы знаем от Авраама Вину, от Якова Вину, от Ицхака Вину, что есть момент, когда ецарара может от тебя отстать, и ты можешь выполнять свободно эту заповедь, будь то тефилин, будь то молитва, будь то еще что-то. Когда ты уже уверен, дальше иди, уже исправляй другие ецарара. Да, конечно, с ней нужно воевать, но я сейчас привел пример, когда нужно стоять на месте. Да, давай вопрос и заканчиваем. Вот вы сказали то, что шаббат не всегда в кайф делать, так скажем, да? Да. Но в Торе же написано делать мицву с радостью, все мицвы с радостью. Правильно. Ну, так, не всегда это легко дается. Есть люди, которые меняют. Йонатан, Боас, тут вопрос Ариэль задает. Не в этом вопрос. Вот Ариэль задает вопрос. Есть заповедь делать мицвот с радостью, правильно? Да. Даже более того вам скажу, почему Всевышний разрушил храм? Потому что не делали вы мои заповеди с радостью, написано. Во время храма было огромное соблюдение, знание, мудрецов было очень много и так далее. Почему разрушился храм? Одна из причин, потому что эти заповеди не выполняли с радостью. Но есть люди, которые меняют понятие. Арон, есть радость,
Если человек говорит, что я должен соблюдать шаббат, что одна радость. Хай, гуй, дин, дам, падам, бадам, 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 все время песни, все время это, туда-сюда. Одна радость должна быть. А от чего должна быть радость на самом деле? На самом деле радость должна быть от самой выполнения заповедей. Вот какая радость имеется в виду. То есть, пока у тебя нет радости от того, что ты идешь в синагогу, это не значит, что ты исполняешь ее с радостью. Но это не значит, что ты не должен идти в синагогу. Обязанность от этого никуда не пропадает. Но написано так, говорят наши мудрецы, так, человек приходит на суд, его спрашивают, первый вопрос, например, первый вопрос, ты одевал тефилин перед шабатом? Все, мы не сдадимся. Вот это будет не сдаваться. Хорошо, без раташем. Да, и Всевышний, что сказал Моше Рабену, тот, кто хочет сдаться, друзья мои, тот, кто... Перестаньте все эти микрофоны доставать, открывать и закрывать, пожалуйста. А то у меня телефон извините, ловит, ничего нет. Вот вам придется снова смотреть уроки, чтобы сдать экзамен. Понимаете? А нет, слушать, вы все запомните. Четвертое. Кто, что должен сделать тот, кто хочет? Тот, кто хочет сдаться. Какое у него спасение? Есть? Не, ну как? Как не сдаваться? Как не сдаваться? А? Это 100%. Это 100%. Когда на тебя эти египтяне бегут, сейчас пойду к Равину. Да, пойду. Он правильно говорит. Египтяне, все, он уже здесь. Это этот бифштекс, который ты хочешь скушать, он уже у рта, ты понимаешь? Вот он уже здесь. Да? Вот это то, что тебе хочется, тебе нельзя, вот этот разврат тебе нельзя, но тебе хочется, это уже здесь, это не там, где-то там я подумаю, нет, это здесь, сейчас, ты уже перед этим стоишь, нету времени звонить раввину, нету времени, это самое, что нужно делать? Алло, да, что делать? Я сдался. Я хочу сдаться, я не могу больше, не могу не кушать, я не могу этот шаббат, все гуляют, я один шаббат, один мне сказал, он один шаббат, нет ни друзей, нет ни семьи. А? О, это сложно понять, но он хочет сдаться, что нужно делать? Что нужно делать? Говорит Моше Рабену, что он им сказал, не бойтесь, помолитесь Творцу, и Он вас спасет. Единственное спасение в этот момент, это помолиться Творцу, закрыть глаза и крикнуть, Акадош Баруху, Рибоноше Олам, я в твоих руках, помоги мне избавиться от этого Ецарара, от этих египтян, и он поможет без Раташи. Баруха Дунай Леголам, амин, амин.